Ну что ж, и снова всем привет в новом году, с вами Техномакс, мы продолжаем Darksiders 2 Definitive Edition. Напомню, что мы собираем души Творца, чтобы можно было запустить Стража. Так, нужно попасть на ту сторону. Там есть монета лодочника. Забыл про этих мышек летающих. А, не сюда спрыгнул. Ладно. Посмотрим, что внизу. Это второй вход. Тут можно было ворота открыть. Ладно, сейчас посмотрим, что есть внизу. Тут что-то есть определенно. Труба? Нет. Так, что-то я запутался немного, блин. Все-таки нужно обратно. Надо идти через вторую трубу, все-таки он через ту. Работает, все работает. Открывай! А, ну да, открываю карту. Да нет, это я открыл дверь вообще-то. Или он не про эту дверь говорит? Допускай. А, понятно. Ну так да. Это. Нужно было усерднее работать в кузнице. Старый Валус с этим без труда бы справился. А, он должен меня перебросить. Все, я забыл про переброски. Хорошо, давай. Держу тебя. Погнали. Оба. Хорошо приземлился. Вообще, отлично приземлился. Знать бы теперь, что дальше делать. А, ну да. Крюк. Я не могу. Все, полная банка. Готов. Да, блин. Надо было сразу садиться на вот этого стража и распинывать их со стража, наверное. Сейчас посмотрим, чего здесь есть. Угу. В любом случае стражу нужно запустить. Точнее, какого стража, блин? Конструктор. Вот. Вставить его в отверстие. Так,
Так, это все неплохо, но вообще надо его поднять, я так понимаю. Так, ну покрутили. Окей. Понял. Увидел, точнее. Эх, блин, чуть-чуть не достал. Ай, бля. Сейчас. Это не так просто, как хотелось бы. Бляха-муха. Да цепляйся ты. Так. Сейчас. Стой. Тут же нету бега на шифте, к сожалению. Есть. Так, и вот так. Наконец-то, блин, забрался. Во. Сейчас наберется вода и можно... А, мост. Даже три моста. Я думал, вода наберется, можно будет плавать, а нет. Мосты. А теперь нужно провести конструкты и разрушить там порчу. Погнали. Главное ничего не пропустить тут. Это невозможно. Ну, зато деньги взял. Так, ну раз тут выхода нету, значит под этой водой лазить нельзя. Себе другого всадника. Замучаешься искать. Хотя их еще три. Удачи в поисках, как говорится. Да, вот она, еще одна душа. Тут много места, куда можно пойти. Они дерутся между собой, кстати, прикольно. После тебя. Постоянно про это забываю. Теперь дело за тобой. Это даже не царапина. После тебя. Там еще дерутся. И это все, что ты можешь? Если я попробую, то сломаю шею. Блин. Воу-воу, главное самому не упасть туда.
Вот, застрял. Все. Никого нет больше. Значит так, тут есть ключ. Опа, стой. Вот что можно сделать, и даже нужно. Дакар, ну иди, бля. Запрыгивай, всадник. А, ты закинешь, хорошо, давай. Ключ. Здесь переключатель. Монета. Ну, тут вроде бы нету ничего. Да, тут ничего, что могло бы пригодиться. Поэтому возвращаемся, выплываем. Сейчас нужно разобраться с подъемником. Так, выныривай давай. Бля. Тебя не раздавило, всадник. Так, это давилка. Сейчас, я помню этот прикол. Ну и... Причем мы не работаем. Или она сейчас... А, она не запущена, походу. Надо раздавить конструктор, это я точно помню. Чтобы получить из него шар. Так. Там можно пробегать везде, пролезать куда-то очень высоко наверх. Ну тогда в ворота с ключом больше ничего не остается. О, жучара. А ты скотина, блин. Я только разозлился. Еще немного и было бы больно. Я разорву тебя на... Короче. Много маленьких камешков. А, ты еще и так умеешь. Стоп. За мной, я разберусь. Да, хватит ударными волнами тут долбить своими, скотина. Подснял здоровье-то. Да, вот сюда нужно доставить шар из давилки, точнее из конструкта, которого нужно раздавить. Отсюда выход-то будет, если что, должен быть. Да, тут ничего и нет. Тут есть дыра, правда. А в нее нельзя попасть отсюда. Я не могу.
Так, ну блин. Чё, сюда зря пришли? И, кстати, да, упали косы. Урон холодом, вероятность казни плюс 16%. Так, все, улучшения нету. Последний уровень. Одержимый наруч. Урон быстрый, урон инферно. Ледяной урон. Крит-шанс, вампиризм. Так, что это за наруч? А, ну да, есть такие. Помню. Ну, все равно уши коса. Это не надо. Сапоги не надо. Все, валим отсюда. Стоп. А конструктор-то я сюда не притащу. Или я стоять? Залезай. Может, рычаг не работал, потому что вот эта хрень тут валялась. Да вроде бы он должен работать. Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? Блин, вот эту фигню надо сломать. Постарайся, чтобы тебя не раздавило, всадник. Ой, да заткнись ты, блядь. Не работает рычаг. Хотя горит активным. Так, воронье. Пора тебе что-нибудь найти. Давай ищи. Куда идти-то, бля? Туда. Ну, конструкт же в те ворота не пройдет. Он больше, но в такие ворота не проходит. Ну? Он что, должен сюда в дыру меня забросить? Ну, забрасывай. И чё стоим, блядь? Ничего не понял. Ну я вижу, что сюда надо, как бы я понимаю, а как? Если чёртова давилка работать не хочет. Куда идти? Наверх. Беги дальше, всадник, а я немного отдохну. Да, что-то я про эту стену совсем забыл. Фиг ли, вот такие лабиринты, блядь. Попробуй пойми, куда идти вообще, в принципе. Значит, отсюда запускается вся эта мельнично-жерновичная структура. Ой, бля, жесть какая. Хрена себе высотень. Так, ну тут можно упасть вниз. Ну, значит, запускать отсюда. Только сначала тут осмотреться. Ничего нет. Блин, тут еще и под водой. Только всего. Так, а это залезать-то как?
Не с этой стороны. Бля, да я ничего не понял. Как тут лезть? Стой, блин, куда пошел? Наверху никаких прицеплялок нету. Через верх, что ли, вот тут? А, вот оно, бля. Я же говорю, вот камера ограниченная такая, местами вот так вот хрен задерешь наверх, а оно все наверху. О, вход в воду 10 из 10. Вот оно где, блин. Стой. А это куда? Адресу. А, точно, точно. Перчатки творцов, созданные творцами-ремесленниками специально для того, кто поднимается на бой против порчи. Эти доспехи призваны защищать того, кто сам защищает все творение. А, понял, это сет творцов. Все, я понял. Тут одно и то же описание, это набор творцов выпал. Сейчас оденем. Я что-то как-то и забыл, что он тут есть. Во! Легендарный шмот. Защита, сопротивляемость, сила. Крит, опыт падает. Ну, блин. Эта штука хорошая. Так, крит урон плюс 12. Защита, сопротивляемость, сила. Ну, будет сила. Не самый красивый шмот, но, в принципе, симпатичный относительно. Ну да, ничего такое. Хотя смерть творец это как-то немножко странно даже. Тут есть наряды и покруче, которые ему подходят. Так вот, я забыл, что здесь есть некоторые места такие, в которых можно заработать вот такие вещи. Невозможно. Я не могу. Да я понял. Я еще помню тут лабиринт судьи душ. Вот это вот жопа будет. Да, заработала системка-то. И помню... По-моему, башня была еще, где можно было сражаться и тоже зарабатывать шмот, качаться там и так далее. О! $30,000. Было бы что еще купить на это золото. А, как бы так, блин, чтобы... А, ладно, пофиг. Думал, как бы так спрыгнуть, чтобы не нырять, но ладно уже. Тут ход рядом.
Да, еще бомбы есть. Смотри, чтобы тебя не расплющило, ладно? Блять. Они шевелятся. Постарайся, чтобы тебя не раздавило, всадник. Готово. Блять, художественный фильм спиздили. И вернули обратно. Поехали. А теперь шар в ворота. Если Карн... Да, если Карн встанет на этот шар, мы сможем выступать в цирке, блядь. Да давай, едь, не отпускайте его. Вот мы и на месте. Блин, это горшок, что ли? Да, это горшок, но он пустой. Да, об этом я позабочусь. Найдем к этому камню применение. Найдем. Сейчас нужно отсюда валить куда-то на начало. Попробуй отыскать что-нибудь. А то на жопе расселся, там показывает неверное направление. Я добью. Ты чё, блин, охренел, что ли? Все, пошли. Хорошо разогрели. Не понял. Ему открыть дверь надо, да? Ну да. А я бы проскочил, если бы не скрипты. Но нет, по скриптам не положено. Только оббегать.
Из сердца камню струится кровь жизни. Кажется, мы еще не закончили. Конечно, нет. Осталось еще хавальникому камень вставить, оживить, так сказать, морду, и все. И будет нормально. Иди сюда, всадник! Я тебя подброшу! Погоди-ка. Сначала конструктор оживим. Пускай будет наготове. После тебя. Я не могу. Ну да, здесь нужно просто проехать и все разломать, как обычно. Сразу все ходы лучше открыть. О, похоже, все. О, порченый камень. Я предпочту все почистить по возможности. Ну, тут ход наверх закрыт. А, да. Ага, открыт. Ну ладно, тогда оставим тут. Это все прикольно. Как наискосок-то прыгать? Я что-то это в некоторых непонятках. Вообще не понял. Блин, а как тут? Так, кажется, я затупил так не слабо. Вот оно, это место перехода. Понял. Да. Это сюда. Побежали. Ну, там вроде нет ничего внизу. Блять, все испорчено. Все вот этой зеленью. Что-то с ним не так. А вот их вообще не смущает, да, что этот камень порчи весь испорчен. Ну,
нас осквернен этот конструкт. Воу, нихера мельница. И еще разок прокатимся. Блин, какие широкие атаки у него. Ох, блядь. Жестко. И прокатываемся опять через него. Еще раз. Что это было? Просто башку оторвал ему. Порченый он стал. Как этот камень, который хорошо было бы очистить вообще-то. Хотя бы с чистящим порошком помыть, не знаю. Крит урон плюс 20%. Это фигня выпала. Это... Блин, опыт. После тебя. Так, ну вставляем. Ты должен вложить камень в стража. Мы видели, как это работает, всадник. Оно освобождается от порчи. Два других сердца камня чисты. Держу пари, что их свет очистит и третье. Возможно. Карн, не делать ничего, еще больший риск. Увы. Порча испарилась, как вода на раскаленном металле. Ты был прав. Я ошибался. Выполнено. Выследите стража. Вот это они накосипорили, конечно. Так, что там по карте? Ну, вот тут еще сундук не взят, еще закрыто одно место. Стоп, а как попасть на эту сторону-то?
Тут закрыто. Тут страж нужен, я его не взял. Точно. Ладно, сбегаю, возьму. Почему-то всегда, блин, называю этих конструктов стражами. Страж — это здоровый, который пошел, а это конструктор. Блин, а как отсюда выйти? Укажи мне путь. Куда идти-то, чтобы выйти отсюда, блин? Мне придется идти одному. Да и лошадь не вызвать. Так, ну и что скажет этот древний? Значит, время пришло. Проснись, малыш. У тебя есть еще дела. Ага. Ну дела так дела. Какие у смерти могут быть дела? Ходить, убивать, пожинать души. Кузница. Так, что ты можешь предложить? Страж вышел из-под контроля. Он сошел с ума, всадник. А Эйдард не знает об этом. Да я сам в ахуе, если честно. Осмотрись получше. У нас есть новые товары. Ну, блин, цены у них конячие вообще. Энергия за убийство, здоровье за казнь, крит урон, урон шоком.
ладно, не жадничай. Здоровье за крит. Крит шанс. Еще немного, и это станет... Вероятность казни плюс 13%. Хорошая штука. Урон молнии, да, есть вот урон молнии все-таки. Урон холод. Блин. Дала. Здоровье за крит. Лютые серпы. Еще немного, мороза. И это станет твоим. Не то. Деяние опустошителя. Да у них одна хрень, я лучше продам вам лишнее. Сабатонный опустошитель. Опыт 4%, опыт 5%. Валус сумеет это использовать. Сапоги. Ну это опыт дают они. Не знаю, нужны они нафиг или нет уже. 5% опыта. Поставлю. Перчатки, обвязки. Неплохо подойдет к остальному. Критурон 7. Находимое золото, критурон магия. Это можно все продать. Валус сумеет это использовать. Критурон магия, деяние. Критурон. Неплохо подойдет к остальному. Опыт, так, это тоже продать. Я оставлю шмотки с опытом, чисто на всякий случай, пускай будут. Так, опыт 4%, опыт 5%. Крит урон 8. Ну там крит урон, ладно, пускай. Валус сумеет это использовать. Пускай будет. Так, талисман мудреца. Ладно, продадим. Плечи. Неплохо подо... Тут тоже опыт. Так, и есть тут что лишнее. Крит шанс, урон медленный. Нафиг. Валус сумеет это использовать. Крит урон. Нет, дамаговую я оставлю, наверное, большую эту топор, эту секиру. Лютые косы. Вероятность казни 11%. Крит урон. Урон. Неплохо подойдет к остальному. Вероятность казни 16. Здоровье за убийство. Валус сумеет это использовать. Во. 76 тысяч. Ну вот, деньги появились. Но брать нечего. Крит урон, здоровье. А вот это можно взять. Ну спасибо, всадник. Это можно и взять. Находимое золото. Это лишнее. Так. Как бы с этого, это с этого. Но вот эти вот вещи, они тоже нужны. Крит урон, здоровье. Опыт. Пожалуй, стоит пока что сет этот снять, переодеться в обычные шмотки и огрести опыта за босса в следующий раз. Вероятность казни 11, 16. Вот урон холодом плюс сила. Уровень 5, уровень 10. Так, а урон где? Основное 132-134 будет урон. На, 119. Блин. 132. Ну, пока побегаем так, значит. Сейчас можно поговорить со старейшим еще, чего он скажет там, умного или не очень. Здесь его нету.
Может, у тебя есть банка? Да, есть. Можно еще чему-нибудь научиться. Нет, не может быть. Каменный ублюдок. Скажи мне, где страж? Отправляйся в пустоши за городом и поторопись. Эйдард ждет вас обоих. Ну, Харю ему разбили знатно. Удар метеора. Да стой-то. Позволяет быстро преодолеть расстояние до врагов и повернуть слабейших из них на землю. Это не то. Так, это при уклонении вперед позволяет поднять слабейших в воздух. Удар косыжница. Давай. Одна из моих любимых штук. Восставшие из ада. Вихрь комбо. 10 штук. Удар жнеца позволяет справиться с большими группами врагов. Удар метеора в воздухе. При уклонении вперед. Давай. Так, сейчас проверим. Ага. Удар с прыжка. Это было. Вот, а вот этого не было. Это реально против стада хорошо будет работать. Так, это было. Подъем. Что еще было там? Так, там был, получается... Стой, блядь. Два удара, пауза. Потом вот это, продолжение. И три удара с паузой. Вот оно. Новая комбо. Бля, одна лестница сломана. Выглядываю так. Кто там, блядь? Ну, старейшины Харю, кстати, разбили еще больше. Страж. Нет. Клянусь костями Творца, как больно. Я не смогу ему помочь, всадник. Покажи, на что... А, это уже босс.
Я так думаю, в следующий раз мы с вами и продолжим мудохать босса, а на этом пока остановимся. Все, с вами был Техномакс, это был Darksiders 2 Definitive Edition, и всем до новых встреч, пока!